поснимал все барабаны и перед, и зад. Но состояние здесь, конечно, все печально. Я имею в виду не в подтеках, а в коррозии. Колодки посмотрю, возможно, даже переклепаю. Или, может быть, новые закажем. Все зависит от цены, насколько они будут высокие. Задние барабаны по диаметру меньше, чем передние немножко. Ладно, снимаем оптику. Здесь я уже 4 саморезика открутил, рамочку снимаем. Фонарики тоже заказали новые. Так, вот с этими болтами придется повозиться. Заржавели. Вот таким образом раздеваем потихоньку. Снимем капот. Здесь сверху вот защелка, фиксатор. Поднимается он на петлях здесь, просто вверх. Петли распилены, стоят на втулках. Даже вот сюда на петли, здесь уже люди ставили шланги, разрезали. Пластиковые такие втулочки, бочонки распиленные идут. Их тоже заказали новые. Thank you.
Откручиваем ручки, откручиваем замок, откручиваем ограничитель, а потом уже открутим вот эти четыре гайки сверху снизу и снимем дверь. Ручку снял, механизм замка снял. Здесь снизу идет вот такая планка с гайками, а сверху идет планка с болтами. Откручиваем ограничитель и откручиваем гайки. Также вот эту планочку сверху, она на четырех заклепках, на трех заклепках сидит. Клепки я срубил, и ее снимаем тоже. Так как она вся выгорела, ее будем красить отдельно в другой цвет, а потом уже прикрепаем. Ну, а теперь можно снимать с петель. Открутил крыло, половина болтов просто отломались, все заржавело. Снимай. Снимаю второе крыло. Вот так потихонечку и разберем. Сейчас сниму переднюю планку с радиатором. Ну, отдельно радиатор, отдельно планку. Скажем так, телевизор, не планку. Теперь навесное. Фильтр, генератор, карбюратор, радиатор. Все, поскидываю. А двигатель уже сниму, когда сниму кузов от рамы. Кузов разберу тоже отдельно. Крышу отдельно, рамки отдельно, двери отдельно. Открутим бампер и отдадим его поправить и покрасить. Нет, на 17 головка. Болт открутил, весь съеденный коррозией. Три болта открутилось. Вот это самый живой болт. А
один болт. Он настолько устал, что его сломало.